Об итогах референдумов активно высказываются тюменцы. Так, руководитель фольклорного ансамбля «Яромил» Руслана Лосева рассказала, что она родилась и выросла в Алчевске Луганской Народной Республики. Сейчас там живут ее родственники, в том числе сестра. Мы обсуждали, говорили по этой теме, и когда я спросила, ну что, как, она говорит, бегом. Понимаете, вот этим словом все сказано, бегом на референдум. Люди, которые прожили 8 лет под бомбежкой, они очень сдержанно об этом, обо всем говорят, потому что это был такой шок, когда она рассказывала, как они под ванну залазили и искали стены перекрытия, когда не знали, куда им деться, и сейчас вот эту надежду, которую им дали. Говорю, как вы пойдете? Бегом, еще лучшее платье одену.